Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный ароматный салат, теплый и, конечно же, по-летнему. Начинаем готовить? Погнали! Вот из этих овощей будем готовить вкусный теплый салат. Понадобится одна луковица. Нарезаем кубиком. Отправил казан на плиту и добавляю буквально столовую, 2 столовые ложки растительного масла. И сразу же отправляем жарить лук. Лук нужно обжарить слегка, не сильно. Он только-только начнет мякнуть, сразу отправим в фарш. Берем капусту, разрезаем пополам. И начинаем шинковать. Шинкую довольно крупно, не очень мелко. Буквально 1,5-2 минуты и отправляем жарить фарш. Теперь обжариваем фарш вместе с луком. Также недолго. Фарш куриный жарится и готовится очень быстро. Жарим фарш почти до готовности. Это буквально 7-8 минут. И сразу же отправляем капусту. Капуста молодая, свеженькая, хрустящая. Вкуснотень. Пока тушится капусточка с фаршем, нарежем перец сладкий. Перец нарезаю вот таким вот образом. Не очень мелко. Очень люблю ароматы лета. Свежих овощей. Такая вкуснотень. А еще когда готовлю на улице, это вообще бомба. Кабачок нарежем кубиком. Отрезаем все лишнее. Буквально через минут 5 отправляем остальные овощи. Перец, кабачок. Отправляем соль, черный перец также по вкусу, столовая ложка паприки лепестковой сладкой. Также нам понадобится пару зубчиков чеснока. Нарезаем чеснок мелко. Отправляю чеснок также в кастрюлю. Все, теперь тушим до готовности. Аромат. Реально. Вкусных овощей по-летнему. Можно накрыть крышкой, и тогда процесс будет происходить намного быстрее. Нарезаем петрушечку. Сверху украшаем зеленью. Ну что, друзья, пробуем. Обязательно овощи не переготовьте, чтобы они были такие, знаете, альдента. Очень вкусно. Я бы даже сказал, что это не просто салат, а полноценное блюдо, друзья. Очень вкусно, обязательно попробуйте. Друзья, кому понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться и делиться с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.